Ну что, как у нас готовность, ребят? Мы находимся на съемочной площадке фильма «Эксперимент». Николай, вот скажите, ваш фильм уже нашумел, хотя до выхода в прокат как минимум месяц 4. Как вы думаете, оправдается ажиотаж? Я думаю, да. Фильм будет беспрецедентным, это понятно уже сегодня. Единственное, что в связи со структурой картины, это кино, в кино, в кино и так далее, мне придется перед каждым просмотром давать вступительное слово, потому что, я боюсь, зритель сойдет с ума, видя меня в главной роли каждой, уходящих одна в другую историю. Хотя лучше я попрошу у вас разрешения и подклею к своему фильму это интервью в конце кино. Молодой человек. А что? Сценарий же у вас. Вы читали? Читал. Я читал. Очень милая штука. Мило? Вот бы не сказал. А вы что думали, всех ужаснут, что ли? Почему? Мой герой хочет понять, где иллюзия, а где реальность. Хотелось расширить границы. У всех же бывают странные мысли. Да, бывают. И для этого исследования 100 тысяч вам хватит. А? Да. Вот. У меня тут смета. Резюме. Пожалуйста. О, вы рекламой занимались. Прошу вас. Простите, что это? Сюли. Интересный вкус. Знаете, ничего я в этом не понимаю. Скажите, Коля, скажите, значит, вы для достижения своей цели готовы пожертвовать своим благополучием? В смысле? Спокойствие. Нервная эта работа. Кино снимать. Бывает, ведь и по ночам приходится не спать. Бывает. Да, бывает. Сейчас заполним договорчик. Скажите, а этот ваш чай? Сюли. Вам нравится? Очень. Он тонизирующий. А чемоданчик тоже вам вставите в фильм? Я в основном занимаюсь чемоданами. Чемодан
великое изобретение. Напоминает человека. Снаружи кожа, но будто что с деньгами, с вещами. Ну, смотри, чем набить. Я могу вам показать чемоданчик, которому умещается 4,5 человека. Глаша! Модель номер 204. Между прочим, эта модель пользуется большим спросом. Тоже с деньгами? Шутка. Нет, это для вас. Очнулся? Что я там делал? Тапочки искал. Какие тапочки? Ты вчера валился и залез прямо туда. Ты где был? Не помню. Кофе? Кофе? Писюли. Что случилось? Сейчас. Ты что, опять? Я тебе это показывал вчера. Ты с ним в обнимку, он туда залез. Это что, Коль? Это мой фильм. Это чудо. Фильм? А кредиты? И что я должна оплачивать? Когда я был маленький, мне казалось, что все окружающее не настоящее. Нет никакой точки опоры, сплошной затянувшийся мираж. Словно происходит какой-то эксперимент, а я как узор в калейдоскопе. Главное, это не то, что снаружи, а то, что внутри, понимаешь? И этот эксперимент, это то, что было очень важно. Вот. Ты тоже настоящий? Все детство, его мучают такие фантазии. А вдруг все не по-настоящему? Все на самом деле притворяются кем-то другим. У него появляется новая тема. Он задумывается. А вдруг все придумано? Рекламщиками, пиарщиками, сплошные политтехнологии. Понятно, понятно. Понимаешь? Сейчас столько поводов для паранойи. Это плохо. Демократический мир рухнул после 11 сентября. Блин, а вот это их проблема. Пусть они этим сами занимаются. У нас не студенческий фильм, это их функция, пусть они это выполняют. Если у них по контракту это и есть, значит, они должны это выполнить. Да, все. Пусть они засунут тебе это в задницу.
ты определишься, отзвонись, пожалуйста. Он больной, что ли? Герой твоего фильма, он что, того? Почему? Почему больной? У человека демиургический комплекс. Да. Неприятно, когда за тобой наблюдают, поэтому он не хочет быть просто созданием. Он хочет стать создателем. Понимаешь, ему нужна свобода, чтобы создавать свой мир. Это и будет что-то подлинное. Создателем группы. Ты хочешь быть богом? Да я не в этом смысле. Ты что, не понимаешь? Нужно стать свободным. Нужно разобраться в том, что происходит вокруг. Ты считаешь, что голодным, ты лучше разберешься. Да у меня нет времени хуйню снимать, я фильмом сейчас занимаюсь. А ты уверен, что ты на нем заработаешь? Это способ познания самого себя, мира. Свобода — это не зарабатывание денег. Будущее за мной, за экспериментом, понимаешь? Реклама, блядь, рай. Да. Я хочу, чтобы задник был ярко-голубой, чтобы лазурью отдавала. Да. Все, хорошо. Ира! Ира, счет принесите, пожалуйста. Так ты чего хотел? Можешь мне дать ключи от своей машины? Короче, сделайте мне рай, я вас очень прошу, будьте любезны. Честное слово, я уже устал с вами общаться. Желтый, конечно. Понимаешь, на моей машине ездит другой герой. Не, мне не надо, рыжий. Неужели вы не понимаете? Вы профессионал, вы должны это ощущать. Это же отстой, рыжий. Ладно, короче, я сам сейчас приеду и разберусь. Все, хорошо. Наташа-то как? Нормально, работать пошла. Бедная. Как же тебе будет? Так ты мне одолжишь сегодня свою машину? Мне на вокзал нужно. Ты обалдел, а я на чем поеду? Ну ты что, не понимаешь? Я ж тебя прошу, это очень важно для моего кино. Не, ну нормально, возьми себе такси, мне в трех местах побывать нужно. Ладно, короче, я тебя сейчас довезу. Я сгоняю на 5 минут. Наконец-то. Целый час ждем. Винеру снимаем. Помните, наш герой сомневается в реальности. Все по местам. Хлопушка. Сцена 8, дубль 1. Любая граница – это репрессия, поскольку подлинная свобода безгранична. 2×2 уже давно не 4. Мир беспределен. Стоп. Так вот. Наш герой хочет избавиться от границ. Хочет заглянуть за декорацию, которую построили специально для него. Заговор надо разрушить. И главный его козырь – это внезапность. Он должен застать всех врасплох. Комментарий при себе оставить. Ты уверен, что Коля все это переозвучивать будет? Ты что, не понял? Это же как в опе. Все, что не скажешь, все в кассу. Даже вот то, что я сейчас говорю. Правда, дорогой зритель? Ну зачем так знать? А если бы мы не успели?
где зеленый? Успел. Мужик, ты что, охренел? Не слышишь, ты русским языком орут? Гонщик. Пошел. Мужики, на выход, ну. Да вы что? Мне что, нельзя, пошел, что ли? Пошел. Может, я на поезд опаздываю или на самолет? Пустите руки, мне лететь надо. Сейчас залетишь, урод. Слышь, тебе сказали стой, значит стой. Ты что, самый умный или самый глухой? Или ты, может, сдохнуть хочешь? Я вот, например, не хочу. Че, с работы выгонит? Не успели. Массовку запустить. Пошли, кому сказал, урод. Слушай, а может он это? Проверка? Что? Да ну не, вряд ли. А вон мужики идут. Отбой! Что такое? Опять херню развели. Блин, что за жизнь? Ну что там? Ну что, ложный вызов. Что, пустышка или муляж? Ему пустышка, вот. Вот. Оставили тут нам подарочек. Блин. Тортик. И что мы докладывать будем? Да мы уже доложили. А я вообще не понимаю, зачем эта вся байда? Нельзя было отличить торт от бомбы? Ну, собака среагировала. Кормить собаку надо, чтобы не реагировала. Ладно, пошли. Который сейчас, и ты, который ездил на вокзал. Это как? Просто интересно. Сейчас. Наш герой думал, что вместо реальности декорации. На вокзале стало очевидно, что он ошибся. И тут он понимает, что декорации моделируют не снаружи, а в голове. И это делают врачи в больнице. Такой эксперимент. Он думает, что больница – это реальность, а все остальное – гипноз и бред, внушаемый ему врачами. Рус, тебе понятно? Да ладно. Да я-то чё? Ничего, если зритель не поймет ничего. Блин, зачем мы зрителей идиотов делать? Точно. Пусть делают, что хотят. Кто хочет, пусть разбирается в нашей матрешке. Кто не хочет, у нас по внешнему ряду там много интересного. Триллер там, эротика. Фишки чисто киношные. Да не нравится вообще, пусть валят из зала. Да-да-да. Воображение к власти. Ладно, я выхожу из этой двери. Чего? Я чего? Что произошло, Коль? В кафе что случилось? Съемки. А что еще могло быть? Съемки. А Вадим? С ним что-то сделал? С Вадиком? Ничего. Он меня, наверное, неправильно понял. Сейчас скорая приезжала. Психушка. Я их еле выпроводила, 1000 рублей дала.
Ты Хвадик вызвал? Психа. Может, объяснишь? Да что объяснять-то? Вадик твой сам псих, если не понимает ничего. Он звонил и рассказывал какие-то страшные вещи. Что ты его раздел, угнал у него машину, забрал ключи. И вообще он у тебя работу опоздал, у него большие проблемы. Раздел? Куртку взял на время. Ну и машину тоже. Вот она под окном стоит, в целости и сохранности. Ну, поцарапал чуть-чуть. Сказал, что будет легко. Я, между прочим, не какой-нибудь сериал снимаю. Мне много чего проверить надо. Наташ, ну ты чего? Или тебе Вадика жалко? Скажи, Вадика? А что тебе вдруг стало жалко? А при чем здесь Вадик? А что? Что тебе жалко? Денег? Или того, что меня в дурку не забрали? Прекращай истерику, все. Да, извини. Ну все. Ну извини. Ну? Ну это же не я все устроил. Правильно? Я дурку не вызывал. И ты не вызывала. Ну, что ты? У тебя же не было задачи сдать меня в больничку. Ну скажи, пожалуйста. Не было ведь? Нет. Ну вот, видишь? Это Вадик все устроил. Вадик вызвал врача. Вот пусть он отдает нам теперь 1000 рублей. Оль, пожалуйста. Да. Давай сходим к врачу. Лечиться. Меня зовут Коля. Я знаю, это в карте написано. Да? А у вас в карте что написано? А те, какая разница? Ну, сразу, какая разница? Нет, что по-простому сказать. Меня зовут так-то и так-то. Окей, меня зовут так-то и так-то. Хорошее имя. Японское, что ли? Чукотское. А чё сразу грубить? Я, между прочим, режиссер. Известный? Ну, так, не очень. Ну так, не очень. А что ж тогда? У нас тут один известный лежит, а ведет себя поскромнее. Серьезно? У него даже Оскар есть. А вы не боитесь, что он кого-нибудь этой статуей... Привинчено. Послушайте, сестра, у вас такая интересная фактура, вам надо в порнографических фильмах сниматься, точно. Ага, это сейчас. Я вам как режиссер говорю. Опять бардак. Предлагаю успокоиться. Давай. С Вадиком я все решу, окей? Еще претензии есть? Есть. Ну? Мне не нравится, что ты целуешься с этой девкой. Я так и знал. Что, объяснять надо, да? Наташ, это не по-настоящему, это кино. На самом деле, она не в моем вкусе, не нравится мне. Достаточно? Нет. А что ты еще хочешь? Чтобы ты с ней не целовался. Ты пойми, Гридыш, да не то, что я ее не хочу, герой моего кино. Он просто понял, что... Все гипноз, бред. И он хочет вырваться во внешний мир не тогда,
когда его выпускают из больницы, а сам. И он чувствует, что нужно как-то спровоцировать модель, которую ему внушают. Блин, взять и убить кого-нибудь из этих фантомов, чтобы почувствовать, что все не настоящее. И он начинает делать тогда скачки. Он, чтобы заставить прервать их эксперимент, понимаешь, чтобы получилась трещина, прямо просвета хочется. Но он не может сразу взять и убить, понимаешь? Поэтому он решает нарушить норму не такую серьезную. И поэтому у него получается тогда с этой, с бабой. Ну, если с ним ставят эксперименты, он решает действовать тем же самым оружием. Ну ты что, дурак? Я просто не хочу, чтобы ты с кем-то целовался. Ни в кино, ни в театре, ни с актрисами, ни с поварихами. Все, приехали. Да не целуюсь я с ней. Когда наши лица сближаются, я поворачиваюсь к камере затылком, и мы имитируем поцелуй. Да, очень интересно. Именно поэтому у нее губы все время покусаны. Ты что, издеваешься, да? Говори, издеваешься? Это что, тоже часть ваших опытов уродских? Ты тоже с ним спелась? С кем ты что? С дружочком моим золотым. Прекрати. Я прекрати. Может, это вам хватит? Может, пора оставить меня в покое? Почему вы ко мне привязались, а? Почему над тобой не издеваются, над Вадиком? Как вы так удачно отмазались, расскажи мне. А мне к вам нельзя? Хотя бы младшим лаборантом, а? Мне много не нужно, только чтобы в покое оставили и перестали пичкать вашими пилюлями. Чего ты молчишь? Ну скажи мне, Коля, успокойся, милый. Прими таблеточку, дорогой, а? Где твои таблетки? Где? А, вот они. А давай успокоимся вместе, а? Или тебе нельзя? Может, хватит? Специально для Коли таблеточки, да? А чё? Давай, давай, прими, прими. А чё ты, чё ты? Я же ем. Чё, я же ем, блядь, эти ваши таблеточки. Давай, давай, ем, ем. Да что ты, что? Попробуй. Больно, примите лекарство. Примите лекарство. Больной, примите лекарство. Больной, примите лекарство. Больной, примите лекарство. Больной, пора принимать лекарство. Доброе утро. А что у вас в укольчике, медсестра? Успокоите меня, больной. Как мило. То есть вы меня разбудили, чтобы влепить снотворное? Научно? Спокойно, больной. У меня написано ВВ 3 раза в день. Значит, будет ВВ 3 раза в день. Если вы чем-то недовольны, ваши родственники могут написать заявление. И к тому же, это ведь не успокоительное, а релаксант. Ну что, отказываетесь принимать лекарства? Ладно уж, ставьте ваш укольчик, раз разбудили. Что-то я действительно перевозбужден сегодня. Ой, незаметно. Я имею в виду нервы, сестра, нервы. Вы знаете, больной, нервы у нас находятся по всему организму. Круто. Диссертацию не думаете писать? Ну что? Потрясающе. Буду выписываться, продашь пару ампул? А ты будешь выписываться. Есть эффект? Да не то слово. Ой, махнуй славненько. Теперь будешь вести себя хорошо, хорошо. И никакое нервное перевозбуждение тебе не грозит. А, по крайней мере, месяц я гарантирую. А то такой буйный были. Разве можно так жену пугать, бедная женщина?
Кстати, она же приезжала. Угу. Плакала, спрашивала, как он? А вы что? Плохо говорим женщинам, плохо. Ну что же вы так? Не надо было ее пугать. Наоборот, надо было сказать, дескать, есть еще надежда. Не совсем еще овощ. Можно еще научить в кошачий туалет ходить. Кушать сможет самостоятельно. Овсянка по обоям не станет размазывать. Только следить надо, конечно. Угу. И электрошок далеко не убирать. Пошли, Остряк. А что? Мы психи такие. Слушай, а у меня к тебе предложение. Да? Ну, скорее даже просьба. Поцелуй меня. Пожалуйста. Еще чего? Еще ничего. Лифт все-таки. Слушай, а вот если бы мы были не здесь, а где-нибудь там, на танцах, а? Давай, шевели булками, танцор. Ну смотри, ведь никто никогда не узнает, а мне приятное сделаешь. Да может и тебе нормально. Ты болен. Правильно. Причем серьезно. Кольчики-то придется отменить. Все равно ведь не действует. Сопроводи. Сиди здесь тихо, больной. Услышу шорох, вернусь. А где сидеть-то? Ну, значит, стой, больной. Главное, тишина. Понял? Понял. Молчание – золото. Правильно? Угу. Иногда себя чувствуешь просто сволочью. А я же живой человек. Ну, представь, например, говорит мне. Помнишь, как мы первый раз встретились, солнышко? Я должна так умильно улыбаться и говорить ему. Конечно, помню, дорогой. И еще бы мне не помнить, когда процесс моделирования начался, лежал весь в дерьме. И пена, как из огнетушителя. Это ты мне говоришь? Ты думаешь, лучшим другом быть легче? Я понимаю, конечно, у тебя часов больше, но ты знаешь, в последнее время я глубину погружения контролировать не могу. Устал, наверное. Вот в последний раз, когда ему показалось, что мы подрались, у меня действительно все тело было в синяках. Это же стигматизм, понимаешь, натуральный стигматизм. А если ему в бреду пригрезится, что он меня ножом пыряет? У меня что, теперь дырки должны появляться? Стоп. Снято. Получилось? Молодец, Вадик. Наташ, молодец. Тебе понравилось. Молодец. Просто лучше. А ты говорила, а? Просто, естественно, профессионалы. Супер. Ты, я тоже смотрю, добился правды жизни. Верю. Наташ. Слушай, Коль, так ты серьезно теперь здесь ночуешь? Ну да, что? Не, ничего, молодец, в образ ходишь. Ну ладно, я побегу, да? Ты смотри, не увлекайся, больничка она затягивает. Ну все, давай, пока.
Погоди. Да. Успокой там ее, а? Да, хорошо. Ну все, давай, давай. Ты сегодня здесь останешься ночевать? Да. Ну все, давай. Коль, смотри, вот в этой сцене, знаешь, я подумала, вот если вот такую фишку сделать, классно должно получиться. Вот смотри. Блин, что за жизнь, а? Ты уже выяснил, сколько ремонт будет стоить? Ну, $700, не знаю еще точно. Мы отдадим. Мы заплатим. Наташ, я тебя умоляю. Коля виноват, Коля заплатит. Наташ, все, давай закроем эту тему. Перестань. Ну, сейчас не это главное. Мы это решим сами, не волнуйся, все в порядке. Сейчас гораздо главнее другая проблема. Ты серьезно думаешь, у него правда с головы что-то там? Понимаешь, у него, конечно, бывали такие моменты странного поведения. Mm-hmm. Но тогда мне прямо страшно стало. Я подумала, что он что-то сделает. Mm-hmm. Вот знаешь, глаза такие незнакомые. Совсем другой человек. Ну, все, давай, успокойся. Хоть один человек должен быть в семье нормальный, правда? Все, давай. А потом, не знаешь, кажется... Что? Что у него там что-то с этой медсестрой. В смысле, с актрисой этой? Да какая она актриса? Она реальная медсестра из этой больницы. То есть ты думаешь, что он специально там остается ночевать каждый раз? Не знаю. Я проверяла, вроде дежурства не совпадают. Хотя я не знаю, ну, все, там все, он не или нет. Все хорошо. Может, там серьезно медицину подключить, я не знаю, но если он там совсем уже крыша поехал. Скажи, Наташ. Да. А у вас серьезно, вот любовь, да? Что за вопросики? А что, смущает, да? Да нет. Ну, тогда ответь. Хорошо. До последнего времени я думала, я была уверена. А сейчас, когда он смотрит на меня так или орёт, как идиот, я почувствовала, что в эти моменты его боюсь. А когда от него воняло сегодня вот этой сукой... Нет, я подумала, что он мне отвратителен. Мина, ты его любишь, Наташ, ну, видно, что... Наверное, да. Ну, правда, подумай. Ну, я имею в виду насчет лечения. Спасибо. Да не за что, ты что. Ну чё? Ладно, я пойду, да? А может быть, останешься? Выпьем, а то мне как-то... Тоскливо. Да. Не, ну правда, Наташ, ну нереально бежать нужно. Ну все, давай. Давай, я пойду, да? Ну давай. Пока, все, давай. Нет.
придумано. Вот я сейчас должен сомневаться, сотрудник он или брат мой. Блин, вот кто ты? Режиссер. Так и есть. Брат мой. Что ты здесь делаешь, брат мой? Они украли кино. У тебя? У народа. Послушай, там в коридоре укравший у народа твоего. И он полную тумбочку статуи имеет, а ты одну статую имеешь. Ничего уже не хочу для себя. Зачем для себя? От народа пришел я к тебе. Люди послали меня. Сказали, пусть вернет нам кино, а себе полную тумбочку статуй. Идем. Идем. Привинчено, брат мой. Отвинчено, брат мой. Что, есть Оскары? Вы что, психи? С ума сошли? А ну-ка быстро, по кроваткам. Где мой приз, падла? Ну давай. Шорох услышу, вернусь, понял? Оскары где? Что? Ты кого, сучара, кинуть хотел? В кармане ключи от них. На них говори. Ты вообще чем соображаешь? Поднял. Кишки свои хавать будешь. Значит, так считаю до трех. Или говоришь, на кого работаешь, или я тебя сейчас режу. Раз. Оскар, говори, где сучара? Режь меня, сучок, я все равно тебя достану. Ко мне потонешь. Два. Ай, сучонок, ай, падла. Прощай. Что случилось? Коля, что с тобой? Коля, что ты делаешь? А ты ничего не чувствуешь? Что чувствую? Запах. Не чувствуешь, как воняет? Понюхай, понюхай. Чем воняет? Ну что, ты издеваешься, что ли? Чем воняет? Карболкой, больницей, формалином. Карболкой? Так и, наверное, от тебя. Кстати, а почему ты так одет? Коля, не надо! Я тебе все объясню. О, здорово! А ты что здесь делаешь? Привет. Вы что, офигели? Вадим довез меня до дома и... Решил помыться. Представляешь, выходим из машины, и тут птичка раз, и прям на голову. Ты знаешь, такое ощущение, сука, клея нажралась. Еле отмыл. Нет, реально, я уже думал, там придется кружочек выстригать.
Да пошли вы с вашими шуточками. У меня чуть инфаркт не случился. Ну, я на самом деле-то за курткой приехал. Тебе она еще нужна? Какой курткой? Ну, в которой ты на вокзале исполнял. Я на вокзале? Погоди. Разве на вокзал я ездил? Привет, а кто, я что ли? Да погоди. Чего вы меня путаете-то? Ну, на вокзале мы снимали. Вадим. Наташа, опять шутки, что ли, ваши? Ребят, перестаньте. Герой ездил на вокзал в твоей куртке. Тебе что, не вернули, что ли? Не, а машину мне тоже киногерой разбил. Отлично. Ты скажи тогда, какой, да, чтобы я знал, с кого деньги-то снять. Там Бэтмен, Терминатор, я не знаю, Человек-паук. Машину? Да, там же с машиной что-то случилось. Так это что, твоя, что ли? Слушай, ты не волнуйся. Мы спонсору скажем, он тебе там сделает, компенсирует все. Да ладно, Колян, ты что, не парься, старик, ты чего? Я в другой раз заеду, все решим, договоримся. Свои люди. Ну что, Наташа, я пойду. Спасибо. Ну все, Колян, ты ложись, ты отдыхай, а то у тебя нервы сдают уже. Ты вообще в порядке? Ну все, ребят, спокойной ночи. Так, ты что сейчас сделал? В смысле? Ты ничего не видела, дорогая? Коль, перестань. То есть ты сейчас не подмигивал моей жене, а ты не видел, как он тебе подмигнул? Колян, ты что гонишь? Да я моргать не умею. Я гоню. Перестаньте надо мной издеваться. Вы что, ну служба службы, но я же вам лично ничего плохого не сделал. Ну перестаньте, но я же могу не выдержать. Вы что, не видите, что мне плохо? Я понимаю, я вам никто, но вы же не фашисты. Дайте мне отдохнуть. Ольга, я прошу тебя, успокойся, пожалуйста. Колян, ты что нас паришь? Вадим, уйди. Слушайте, ну у вас же есть офис там какой-то или лаборатория. Это моя квартира. Дайте мне, оставьте меня в покое. Ну я сейчас прошу, ну вот прямо сейчас, ну уйдите, пожалуйста. Ну мне больно, понимаете? Ты меня слышишь? Коль, все давай хорошо. Давай здесь, Коля. Коль, давай не будем сейчас сидеть, да? Коль, Коль, давай. Пожалуйста. Все хорошо, Коль, давай, Коль. Ты слышишь, Коль? Коль! Коль! Коля! Коль! Открой дверь, Коль! Коль! Ты Коля! Ты слышишь меня? Коля! 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 Коль, ты простудишься? Колюшка, пожалуйста, успокойся. Надень куртку, Катя. Коля! Так, Наташа. Коля! 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 Не вижу восторга. Понимаешь, у меня просто возникло такое чувство, будто я уже все снял, что хотел, все снял, и снимать не надо. Ну это ты брось из классики. Рефлексию. Та идея все уже, понимаешь, не работает, не цепляет. Остались какие-то одни обрывки. А думаешь, легко узнать, что ты это... Да ладно, делов-то. Придумай другую тему. Ты чё, не режиссер? Индивидуальность полностью стирается. Чтобы сохранить свою уникальность, приходится бороться.
исследовать соотношение границ и бесконечности. Надо двигаться на полшага впереди времени, вслед за собакой завтрашнего дня. Оператор, так что мое, это по ту сторону кино. Ой, блядь. Я не в этом смысле. Кино моделирует реальность. Создает свои собственные законы. Ему надо разрушить навязанное поведение. Все эти рамки. Вопрос в том, может ли герой действовать самостоятельно. Поступать не так, как это могло быть написано в сценарии. Это как в той опере. Во всяком случае, больница для этого не подходит. Точно. Нельзя влюбиться в прирост промышленного производства. Коля, это гениально. Мишка.
из больницы. Все нормально. Слушай, а Вадик не заезжал? Нет, да? Ну что? Ну я пока здесь. Надолго. Ну давай, целуй. Вадим влез не в свои дела. Это, так сказать, очевидный факт. За ним следили, и в результате оперативно-розыскных мероприятий нами была получена видеозапись. Вы... Я сейчас отойду на минутку. Вы посмотрите. А когда я вернусь, прокомментируйте. Лады? Может быть, заметите то, что от нас ускользнуло. Лады. Что вы сказали? А, угу. Так, ты больше холодильник убрал? Очень любезно с вашей стороны. Ну, что скажете? А откуда у вас эта пленка? Я же вам сказала, в результате оперативно-розыскных мероприятий. Что-то еще спросите? А почему вы считаете, что ли следили именно за Вадиком? Оперативная информация. А кто за вами мог следить, по-вашему, а? Я же не сказал, что следили за мной, я просто спросил. А кто за Вадиком следил? Оперативная информация не утаивает? Знаете, я тут по телевизору видела ваше интервью вчерашнее с этой девушкой. Корреспондент, да? Мне понравилось. Особенно концовка, когда вы говорите... Все снято, все свободны. Я говорю всем спасибо. Ну да, да. Камера поворачивается, и видно другую камеру, которая вас с корреспондентом снимала. А, думаю, если он еще в поле зрения, значит, есть другая камера. Точно.
Вы поворачиваетесь опять и говорите: все снято, все свободны. Всем спасибо. Ну да, да, так раз пять, да, здорово. У меня прям мурашки побежали. Думаю, ну, оригинал, думаю, оригинал, да. Наш профессор в университете по философии, он употреблял такой термин: дурная бесконечность. Символично, думаю. Раз, все свободны. Насчет камеры в этом интересно. Да. Да. Всегда должна быть другая камера. Всегда кто-то моделирует другую реальность, да? Ну что ж, в таком случае мы ваше дело закрываем. Вот как? Ну, а что уж. Вы уж меня извините, мы вас тут подозревали. Разумеется, ни вы, никто другой вашу жену не убивал. Это, так сказать, очевидный факт. Она просто сбежала с вашим Вадимом и прячется. А где прячется, вы не знаете или просто мне не скажете? Не знаю, не знаю. Последний вопрос. Вы сами-то, ну, все-таки как-то там, извините, конечно, насчет измены не того? Как? Нет. А насчет того, что Вадим где-то отсиживается, это вряд ли. У него бизнес стоит. Ну, я был у него в конторе, там паника. Всякое бывает. Страсть, знаете ли. Ваша жена была красавица. Да, была красавица. Была? Ну что, Николай, вы мне, если что, дрым-дрым, да? Позвоните, да? А, да. Всего доброго. До свидания, до свидания. Простите. А? Вот если вы мою жену никогда не видели, не знаете, где она прячется. Да. А откуда же вы знаете, что она была красавица? Да, что классно. Мы посмотрели, убедились, красавица. Ну да, да. А почему была? Ну, потому что если сбежала, значит, уже не жена. Точно. Точно. Извините. Была. Всплыла. Стоп! Снято! Салфетку артистки. Хорошо. Супер! Супер! У тебя было? Женька, молодец, отлично. Я уже 16 лет мясо не ем, а ты вот... Терпи. Терплю. Можно водички? Извините, а вот для ОФТВ вообще. А, секундочку. Давай, давай, звезда, давай. Не завидуй. Мы находимся на съемочной площадке фильма «Эксперимент». В 68-м году на баррикадах кричали «Воображение к власти». И они, кстати, победили. Считается наоборот, что революция 68-го года была подавлена. Фигня. Считает, что именно 68-й сформировал тот мир мягкого контроля, в котором мы теперь живем. Они кричали: будьте реалистами, требуйте невозможного. Кто-то осуществил этот лозунг. И теперь мы живем в мире тотального контроля, тотальной слежки, веб-камер и так далее, и так далее, и так далее. Стоп! Снято! По-моему, интервью снято, а? Да? Нормально?
Сейчас, секунду. Катя. Нормально. Хотя можно было бы глупее. Куда глупее-то? Ну хотя нет, нормально, нормально. Так, все. Тренировка есть, да? Холодная. Валокордин там или что-нибудь такое. Иначе я сейчас вашему заведению репутацию подпорчу. Ты что, вы что, пьяный? Да что, у вас сердце? Молодой человек. Ха, Николай! Тоже вы так. Вот. Выпейте. Сюли? Да. Я боюсь, что волокордина у нас нет. Да он, в общем-то, вам уже и не поможет. Спасибо. 36,6. Что? 36 рублей 60 копеек. Все. А газеты в курсе? А, смешно. Но у меня куда-то делась жена. Меня мучают постоянные галлюцинации. Тоже мне. Экая беда, галлюцинации. Радоваться надо. Другие деньги за это платят, а вам на халяву. Вы что? Все эти навязчивые идеи, понимаете, они были раньше где-то внутри, а... Да знаю, знаю. Ощущение такое, что попал в калейдоскоп. Конечно, знаю. Именно поэтому эксперимент решено прекратить. Я так и знал. Вам нравится играть с людьми? Так значит, эксперимент существует. Или меня глючит? Я, конечно... Плод!
Но зачем же так? Зачем же так говорить? Глючит. Плод? Какой плод? А черт меня знает, какой. Но чувствую я, что какой-то плод. Понимаете, я хотел бы расторгнуть договор. Выйти из эксперимента. Я больше не могу терять время. Поймите, мы говорим время. С вами на языке вашего мировосприятия. Для вас есть понятие «время». Для вас ничего не может закончиться без времени. Поймите, для нас нет конца эксперимента. Нет понятия «эксперимент». Нет слова «нет». Нет остальных слов. Нет нас как таковых. Понимаете? Все, что вы в силах представить, этого ничего нет. Эксперимент прекратился мгновенно. Эксперимент продолжается. Эксперимента не было никогда. Все это одинаково далеко от истины. Потому что истины тоже нет. Или есть она. В общем-то, разницы в этом тоже никакой нет. Я, говорящий с вами, мои реплики, это все только вы. Только вы. И крайнее, чем вы можете обозначить то, что происходит, это слово «калейдоскоп» или «дурная бесконечность». Подождите, но реальность стала рушиться у меня на глазах. Значит, я все-таки подействовал на нее. Просто вы почувствовали иллюзорность собственного мира, и он утратил для вас значение. И много нас таких. Подопытных. Ну, выражаясь вашим же языком, Бэдди. Что вы делаете? Вы что, не видите? Вы же сами сказали мне, что находитесь в центре калейдоскопа. Вот я и кручу. Послушай, личная свобода и приватность на пороге нового тысячелетия может оказаться под угрозой со стороны компьютеров и видеотехнологий. Так что можешь быть внимательней, старайся защищать свою индивидуальность. Мастеришь там что-то? Ага. Покажешь потом? Когда доделаю. Ну, аккуратно там у папы. Ладно.